Всем привет! Продолжаем бродить по залам главного штаба в Санкт-Петербурге. Женский торс Эдгар Дега между 1896 и 1911 годами. Бронза. Лепить маленькие восковые скульптуры Дега начал в конце 1860-х годов. И по мере того, как ухудшалось его зрение, художник все больше внимания уделял именно этому жанру. Тему скульптур Дега повторяли тему его картин – носовщицы, купальщицы или скачущие жокеи. Эти работы Дега лепил для себя. Они заменяли ему этюды, и лишь немногие скульптуры он доводил до конца. Со временем Дега все чаще и чаще обращается к скульптуре, поскольку здесь он может больше полагаться на осязание, чем на почти утраченное зрение. Сам Дега металлом и камнем не занимался, он делал только скульптуру из мягких материалов, исключительно для себя, в фигурках балерин, купальщиц, лошадей, часто этюдных полепки. Дега добивался пластически выразительной передачи мгновенного движения, остроты и неожиданности позы, сохраняя при этом пластическую цельность и конструктивность фигуры. Ну вот такое описание нашел к работе Эдгара Дега «Женский торс». Эта работа находится в главном штабе в Санкт-Петербурге. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.